Кустанайской области Харатумарское водохранилище наполнено почти на 100%. При этом сброс воды там не останавливается. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации. Сейчас акватория работает в транзитном режиме. Специалисты прогнозируют увеличение объемов сброса. Между тем, в Западно-Казахстанской области наблюдается повышение уровня реки Чаган, а вот в реке Деркул уровень воды пошел на спад. Что касается Жайыка, то там, как мы уже сообщали, ожидают вторую волну половодья. Сейчас работники Министерства водных ресурсов и ирригации вместе с коллегами из акиматов Западно-Казахстанской и Атырауской областей работают над очисткой русла реки Жайык от ледяного покрова и исключения заторов для уменьшения подтоплений. В Северо-Казахстанской области из Сергеевского водохранилища сбрасываются 3820 кубометров воды в секунду, из Петропавловского 73,1 кубометр. Оба водохранилища наполнены на 100%.